Добрий день, шановні друзі! Майже неможливо стати гуру для цілого покоління ще за життя. Моєму сьогоднішньому співрозмовнику це вдалося. Сьогодні у нас в гостях легенда російського року Борис Гребенщиков. Добрий день! Добрий день, Дима! Уважаємо Борис! Очень приятно! Уважаємо легенда, гуру, патріарх, імам, аятола, як вас ще називають? Можна я буду чоловіком? Вас ведь называли по-всякому, и количество обожателей, которое год от года только увеличивается, придумывают все новые и новые какие-то такие обожающие названия. Как вас еще называли? Знаете, говорят, что как ни назови, лишь в корзину не клади. Да? Вот у меня то же самое. Можно называть меня как угодно. То главное не трогать меня, и все. Что происходит, когда вас трогают? Я перестаю функционировать удовлетворяющим меня образом. Что такое функционирование удовлетворяющим вас образом? У меня хорошо получается, иногда получается хорошо писать песни, записывать песни и петь песни. И, в принципе, получать удовольствие от красоты этого мира. Вот это я называю функционировать хорошо. Когда в меня начинают лезть, как в механизм, или как-то меня классифицировать и ставить на полочки, как правило, я с этих полочек быстро слетаю, потому что мне там неудобно. Поэтому я не думаю, что называть меня гуру или аятолла, или шейх, или имам, или председатель разумно. Это меня ограничивает. Человеку свойственно пребывать в совершенно разных состояниях, и я вас видел неоднократно в разных состояниях. Вы были озабочены, отрешены, совершенно никакой. Философский, глубоко задумчивый. Сегодня вы, я бы сказал, такой благостный. У вас хорошее состояние внутреннее? По-моему, вы перечислили все одно состояние в основном. Разные грани одного и того же. У меня хорошее состояние. Я никакой, поэтому мне очень свободно и легко. Я слышал, что в детстве вы написали письмо Хрущеву. Зачем вы это сделали и что вы от него хотели? Вы знаете, это рассказывает моя мать. Я не могу сказать точно, что я помню свои мотивы. Вероятно, у меня были какие-то советы по поводу устройства общества, но я этого, лично говоря, не помню. Сколько вам было лет, мать не уточняет? Нет, не знаю. После этого вы не писали никому больше писем? Я думаю, что той попытки мне вполне хватило. Я все сказал, все, что я думал, и больше мне добавить нечего. Хорошо, хоть не репрессировали. А может быть, я что-нибудь хорошее сказал. Может быть, на основе моего письма была разработана дальнейшая политика. Может быть, застой моих рук дело. Вы закончили факультет прикладной математики Ленинградского государственного университета. Хорошее образование для молодого человека, особенно в то время. Это было лучшее, что я мог сделать, чтобы не идти в армию. То есть вы пошли на этот факультет, чтобы не идти в армию? Ну, был выбор. Либо дурдом, либо прикладная математика. Вы считаете армию дурдомом? Нет. Дурдом, чтобы не пойти в армию. То есть вы так не хотели идти в армию? Это исключалось абсолютно. Зачем? Почему? Я же уже объяснял, что мне с детства свойственно нежелание повиноваться чужим идиотским приказам. И ходить в ногу. И ходить в ногу. Это вредно. Для меня это вредно. Но вы представляли, что вы можете оказаться в армии? Нет. Совершенно? Нет. Я бы там, безусловно, блестяще выжил. И, может быть, даже сделал бы себе армейскую карьеру. Но мне это абсолютно неинтересно. Да, я представляю себе армейская карьера от Бориса Гребенщикова. Я вообще был генералом, может быть. Вы ведь происходите из очень интеллигентной семьи ленинградской. Что за аура окружала вас в детстве? Вообще выросли в семье, где были какие-то в части походы в театр, может быть, в кино, выходили на концерты. Как вас воспитывали родители? Отец меня, по счастью, не воспитывал. А мать меня часто таскала в филармонию, где, надо сказать, я даже там ухитрялся получать удовольствие. И впоследствии это сослужило мне очень хорошую службу, потому что у меня уже была привычка к классической музыке. И когда до нее дошло дело, я уже в ней более-менее ориентировался. Уже первое вливание мне было сделано в детстве. Советский Союз – это особая планета, а Ленинград – особая планета в этой особой планете.
Надо знать этот город с его бесконечными коммуналками, с его чересчур бывает озлобленными людьми, пенсионерами. Ох, не знаю, надо ли. Можно, можно знать, ты не уверен, что надо. Вы можете сказать, что вы были бы другим, если бы родились не в Ленинграде и не прожили там жизнь? Знаете, а если бы небо было твердым, зеленым, и мы ходили бы по нему, что было бы? Никто не может знать. Я этого тоже не могу знать. Вам нравится город, в котором вы родились и живете? Да. Потому что у меня к нему очень большая привычка. Я знаю все углы. И могу придумать себе там занятие, времяпровождение. И в нем неплохая для меня атмосфера. Я могу выжить там. Я могу сделать так, чтобы мне там нравилось. Занимаясь на факультете прикладной математики, кем вы себя видели в будущем? Во-первых, я не занимался. Потому что именно на факультете прикладной математики начался аквариум со второго курса. Он случайно начался? Нет, не случайно, потому что на первом курсе я себе я пристраивался к существующим уже там группам каким-то. То есть думал, как мне туда втереться. А на втором курсе я уже ясно понял, что пристраиваться не нужно, что нужно делать самому. И этим я и занялся. И буквально в первые месяцы уже появилась группа, и мне уже было чем заниматься. Впоследствии я уже не замечал, чего меня там учили. Учился я не так плохо, как следовало бы ожидать. Но все-таки в основном я занимался на 95%. Я занимался писанием стихов, отлыниванием от любой учебы и планированием музыкальной деятельности. Большинство ваших ровесников, которые многого добились в музыке, утверждают, что если бы не Битлз, произведший на них когда-то потрясающее впечатление, они бы не состоялись как музыканты. Вы поддерживаете их или нет? Вы знаете, Битлз то же самое говорят про Элвиса Пресли. Элвис Пресли то же самое говорит про негров. Это все звенья одной цепи. Негры молчат, потому что они никогда не расколятся. Они не скажут, кто на них повлиял. И правильно. Так что это все звенья одной цепи. Да, естественно, и Битлз повлияли, и до них еще повлиял, господи, Билл Хейли. И потом уже там и Стоунс, и Кингс. А потом уже имя им Легион начинается. Вы понимали на втором курсе университета, что ваше будущее будет связано с музыкой, вы будете профессионалом, вы будете выступать в разных городах и странах? Дмитрий, самое смешное, что я клянусь, я не помню ни единой мысли о будущем за все эти годы. Совершенно точно было известно, что никогда я не стану никаким профессионалом, поскольку это немножко не согласуется с советской властью и ее установками. А петь то, что рекомендовала советская власть петь, мне было настолько неинтересно, что когда я это пробовал делать один раз в жизни... Что вы пели? Пришел специально вызванный нашим тогдашним басистом человек, чтобы научить меня петь кабацкие песни. Чтобы мы могли заработать на аппаратуру. Клянусь, это истинный случай жизни. За 20 минут попыток пения кабацкой музыки, у меня температура поднялась до 39 с небольшим. Я думаю, вы счастливый человек. Вы не планировали себе совершенно никакой карьеры, и просто звезды так сложились на небе, что вы достигли того, чего достигли. Это так? Знаете, мне кажется, на самом деле, что планировать что-то в мире, где существует Бог, нелепо. Потому что, говорят же, человек предполагает, а Бог располагает, да? Поэтому из этого пословицы выходит непосредственно прямой логический вывод. Человек, который планирует, дурак. Вы уверены в том, что существует Бог? Ну, в значительно большей степени, чем в том, что существую я. И у вас нет никаких сомнений на этот счет? Нет. Я не знаю ни одного человека, у которого есть сомнения. Есть люди, у которых плохо работает голова, и поэтому они сомневаются во всем. Но как только у них заработает голова, все будет опять нормально. Сегодня, особенно вчера, многие музыканты рассказывали, как их уничтожали, как их над ними издевались за то, что они пели какие-то просветленные вещи. У вас, Господи, тоже такое было? У нас кто-то пел просветленные вещи? О, я что-то упустил. Нет, на самом деле, Дим, я могу вам рассказать о недавнем открытии. Вот сейчас недавно вышла книжка. Стоунс описывают свою жизнь своими собственными словами. Так вот, до смешного, что ребята из Rolling Stones тоже бегали с приемником, пытались, они слушали пиратскую
пиратские станции, которые передавали настоящий рок-н-ролл, который BBC не передавала. И они тоже по квартире пытались поймать, и их тоже было не слышно, они тоже ловили сигнал. У них также это не получалось, как у меня. Просто они делали ровно за 5-7 лет до меня. Также Кифф Ричардс из одной сломанной струны, значит, ее надставлял, потому что тоже было струн хороших не найти. До идиотизма, все одно и то же. Нет никакой разницы между Западом и Востоком. Все повторяется. Они даже не то, что повторяется. У нас это было на 5-7 лет позже. А так абсолютно одно и то же. Поэтому, честно говорю, что я не помню, чтобы нас кто-нибудь особенно преследовал. Но мне приходится слышать, что суровый КГБ ходил по пятам, следил, запрещал концерты. За вами ходил по пятам суровый КГБ? Или это все сказки? У меня у подъезда несколько лет стояла «Черная Волга», которая следила за тем, как ко мне приходят и уходят американские студенты. Все-таки? Естественно. Но эта «Черная Волга» только украшала пейзаж. Это честь? Я не знаю ни одного человека, который серьезно пострадал, может быть, кроме Леши Романова, который попал в тюрьму. Но опять-таки это было связано с каким-то... С другим. Немножко с другим, да. Но опять-таки я не знаю, поэтому я ничего не могу говорить. Мне крайне жалко, что с ним эта штука произошла. Но больше особенно жертв, ну, Жанна Агузарова тоже попала в какие-то истории. Тоже связано с другим. Но тоже связано с пропиской, там, со всем остальным. Понятно, что, наверное, не из-за прописки ее преследовали. Но это два примера. Остальные, я знаю, что людей пугали. Но пугали так, но не очень серьезно. Мне тоже говорят, а вот мы придем к вам, сделаем обыск и найдем у вас Солженицына. Я говорю, господи, родные, приходите. Нет у меня вашего Солженицына. Вы не очень уважали Солженицына, по-моему, да? Он меня никогда не интересовал. Потому что я прочитал «Один день Ивана Денисовича». Неплохая проза. И не более того? Не более того. Потому что я не вижу, чего можно добиться восстановлением преступлений прошлого. Кроме того, что тяжелую память вчерашнего дня перетянуть сегодня и чем заниматься? Отмщением? Нелепо. Это повод уйти из сегодняшнего дня. Вас, как умного человека, который понимает, что такое пророки и какова им цена, не смутил его вояж из Владивостока через всю Россию в Москву? Я даже не знал, что он был. А что был такой вояж? Ну да, он вернулся торжественно из Владивостока, проехал через всю Россию, выходил на станциях к людям, общался, садился в поезд, ехал дальше и так доехал до Москвы с другой стороны. Ну, вы знаете, учитывая, что мы этим занимаемся уже непрестанно в течение минимум 17 лет, я рад, что он тоже к этому приобщился. Каждому хочется почувствовать себя рок-звездой. Цой был кочегаром, Шевчук – сторожем. Вы, по-моему, дворником примерно в одно и то же время. Нет, не дворником, я был сторожем. Вы тоже были сторожем. Дворник была престижная профессия. И фиг ее можно было найти. Потому что дворнику предполагалась служебная площадь. Квартирка. Да. Ну, и комната, по крайней мере. Эти все хлебные места были разобраны. Вы не видите никакого совпадения в том, что три таких человека примерно в одно и то же время занимали такие непрестижные должности? Так все в то время занимали эти должности. Из группы «Аквариум», насколько я помню, в те золотые времена работал по профессии только один Миша Файнштейн, потому что он у нас считался приличным человеком. Потому что фамилия такая-то. Да, Васильев. Вот. И он как-то сохранял нашу интеллигентность. А все остальные были сторожами, в основном сторожами. Бомжи были? Ну, как сложно быть бомжом, если ты родился в Петербурге. Значит, ты где-то все равно живешь. Другое дело, что ты там можешь не ночевать. И вообще там не появляться годами. Но все равно где-то ты живешь. Возвращаясь к вопросу о КГБ, опять-таки приходится слышать, что КГБ специально допускало некие такие островки якобы свободы для того, чтобы показать, смотрите, у нас это тоже есть, и мы не трогаем, и, в общем-то, оно существует. Были ли с вами подобные беседы со стороны представителей органов в то время? Нет. Органы беседовали о другом. Органы подробно расспрашивали меня, кто из друзей, какие средства внутреннего сгорания употребляет, чтобы иметь на них компромат. Я особенно нового им ничего не рассказывал, зато имел возможность предупредить всех, кто упоминался о том, что за ними стоит хвост, что кто-то на них там стукнул.
Вот, и поэтому КГБ меня очень успешно уведомляло о том, кому может грозить опасность. Пили тогда сильно? Нет, сильно никогда не пили. Ну и слабо никогда не пили. Сколько было, столько и выпивали. Не переходили на одеколон, денатурат и так далее? Нет, тогда не было необходимости, потому что были дешевые достаточно портвейны. Потому что это уже профессиональные вещи. Денатурат, одеколон. Когда-то, когда я спрашивал вас о сое, вы мне сказали, выпито было много. Вы действительно много выпили с соем? Ну, если считать, что за среднюю ночь мы выпивали, я бы сказал, где-то около ящика вина. Значит, у нас хватало денег совместных на ящик болгарского вина. Маленький ящик, там 10 бутылок, по-моему, было. 12? 10 или 12, да. Но все скидывались, то есть человек 5-6 там скидывалось. А, то есть человек 5-6 выпивал этот ящик? Да, да, да. И пару бутылок портвейна для начала. Средняя диета такая. Нет, я не скажу, что это много. В этом состоянии вы что-то писали? Мы думали о том, чтобы что-то написать вместе. И даже пытались один раз поутру. Нет, в этом состоянии как раз хорошо разговаривается. Сравниваются эстетические точки зрения, другие. Обсуждаются какие-то животрепещущие темы. А писать в этом состоянии неинтересно и, по-моему, невозможно. Но поутру мы один раз пытались написать песню вместе. Но у меня ни разу в жизни не получилось ни с кем написать песни, потому что для меня песня – это вещь очень внутренняя. И как растение, требующее, чтобы ее посадили, она очень долго росла, прорастала, обретала форму, там зацветала и все остальное. В чем, на ваш взгляд, феномен соя? В том, что он погиб молодым? Нет. Когда он еще был жив, он был на самой вершине, господи, прости, русского эстрадного Олимпа. Особенно после фильма «Асса», ведь он еще был живой. Конечно. И они играли по много стадионов в одном городе. То есть Витька тогда был на самой вершине. Если бы он не умер, он продолжал бы быть на самой вершине. Чем для вас стал фильм «Асса»? Все-таки после этой картины вас узнали как следует уже все, даже те, кто не знал до этого. Для меня фильм «Асса», единственное, чем он очень ценен для меня, тем, что мы крепко подружились с Сережей Соловьевым. К самому фильму у меня нет никаких ни претензий, ни пристрастий, ничего. Вы его смотрели хоть один раз? Я его смотрел при монтаже. И я все. Даже не уверен, что я смотрел ту версию, которую все видели. Потому что мне фильм был неинтересен, честно говоря. То есть я очень люблю Сережу. Но сценарий вы читали перед тем, как снялся? Ну, по-моему, я его посмотрел. Но он был настолько не близок к действительности, что я единственное, что сделал в этом фильме, что я познакомил Сережу Соловьева с Сережей Африканцем, и они вдвоем уже там заварили этот суп. И поэтому вот сейчас я отвечаю, точно я сценарий не читал, потому что сценарий по ходу дела переделывался. Поначалу он был, мне он очень не понравился. Поначалу он был основан на «Здравствуй, мальчик Бананан», а это для меня была, ну, пошлятина высшего кашива, абсолютный совок. Вот, но, по счастью, Сережа очень быстро переориентировался на африканца, а Африка уже может запудрить мозги кому угодно. Кто придумал сочетание БГ? Вы сами или кто-то другой? А я сам физически не мог бы его придумать, потому что я про себя ничего не пишу. То есть БГ придумал кто-то, кто начал про меня писать. То есть это не часть пиара, запущенная вами? Вы знаете, это появилось тогда, когда слова «пиар» еще не было. И никто этим не занимался, и писать про меня, собственно, было невозможно. Мне приходится слышать, что Борис Гребенщиков просто морочит всем голову. С удовольствием. Что? Дайте мне голову, я ее заморочу. Что он сам создает о себе легенды, что ходить на концерты Гребенщикова – это, помимо всего прочего, еще и модно. Что создан... Опять вам приписывают авторство фразы «рок-н-ролл умер, но я еще пока жив». Это вы сказали? Ну, есть песня старинная с припевом «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Это сказал я. После повторил Мэрилин Мэнсон. Я рад, что он так внимательно слушает «Аквариум». Где рок, там алкоголь. Где рок, там наркотики.
Вы прошли через наркотики? Не то, что я не считаю, что это темный туннель, через который нужно проходить. Это то же самое, что аспирин. И алкоголь, и наркотики, и все что угодно. Просто существует образ жизни, скажем, советского бухгалтера или постсоветского бухгалтера, что очень хорошо, очень достойно. Работа с 9 до 5. И это прекрасный образ жизни. А существуют другие отрасли человеческой деятельности, в которой человеку требуется вести нерегулярные часы. И, скажем, если я играю концерты, в час ночи кончаю концерт, заснуть я сразу не смогу. Если пойду в номер смотреть телевизор, то меня вырвет, потому что телевизор я не смотрю. Поэтому что-то нужно делать, скорее всего, я выпью. Вот. И это относится ко всем остальным техническим средствам работы с сознанием. Я пробовал, наверное, очень много чего. И ни к чему никогда не привязывался. Много чего вы имеете в виду? Наркотики? И наркотики, и не наркотики. Чем, собственно, бифштекс отличается от наркотиков? Ничем. Ты что-то съедаешь, тебе действует. Что из наркотиков вы пробовали? Вам весь список перечислить? Ну, самое известное наименование. Знаете, я никогда не интересовался героином. Все остальное, думаю, что я пробовал. Мудро начали с того, чего никогда не было. Ну, проще сказать, чего я не пробовал. Вам было когда-нибудь страшно, что от того, что вам это нравится, вы можете привыкнуть? Знаете, никогда. А к чему привыкать? Но опять-таки, ну, простая вещь, что когда человек под воздействием водки становится агрессивным, это не значит, что водка плохая. Это значит, что в человеке это есть. Что бы человек ни ел, какие бы он наркотики ни употреблял, ничего, кроме того, что в нем уже есть, не случится. Вы считаете себя сильным человеком? Мне никогда в жизни не приходилось себя считать. Я не знаю, как... Вы в состоянии отказаться от соблазнов? Зависит от того, какой соблазн. Какие соблазны были? Такие у вас соблазны, что вы не могли от них отказаться? И корили себя за это? Знаете, я не помню, чтобы я когда-нибудь отказывался от такой роскоши, как соблазн. Соблазн – замечательная вещь. Если что-то меня соблазняет, значит, это нужно испытать. Другое дело, что большая часть того, чем сейчас пытаются соблазнить, как-то никак меня не может заинтересовать. Настоящие рокеры ненавидят попсу. А вы не исключение? Вы знаете, я, наверное, не настоящий рокер. Потому что открою вам тайну. То, что называется роком, ну, умерло в 80-е годы. Поэтому люди, которые спустя 20 лет после смерти рок-н-ролла говорят, что они настоящие рокеры, ну, с моей точки зрения, это немножко смешно. Потому что они не заметили, что прошло еще 15-20 лет, появилась другая музыка. Выросло поколение, воспитанное на абсолютно другой музыке. И это поколение смеется над ними, и их не понимают. Они выглядят приблизительно так же, как, знаете, ну, бойцы Красной Конницы, которые... Великую Отечественную войну. Не, уже после Великой Отечественной войны, уже во время начала Элвиса Пресли, которые говорят, ну что, ребята, давайте хором споем нашу дивизионную. А все остальные говорят, да, дедок, ты у нас... Видишь, буденный нас смелее в бой, да? Да, да. Вот рокеры, вот очень как старые буденцы. Они все время кричат и машут шашками из-за того, чего уже нет в природе 15 лет. Тем не менее, когда вы видите на сцене группу «Нана» или «Тату», я не знаю, знаете, какие у вас... Я Господь миловал, я не видел их на сцене. Боюсь, что и не увижу. Хорошо. А зачем бы я стал их видеть на сцене? Но хотя Аллу Пугачеву вы на сцене видели? Зачем? Я видел 2 раза в жизни, она показалась мне очень милой, разумной, очень остроумной женщиной. И что она поет, вы не слышали? Я слышал по радио несколько песен, боюсь, что ни одну из них не смог дослушать до конца. Потому что то, что я искусством никак не могу назвать, это другое. Это эстрадное представление, которое, безусловно, нужно людям. Только мое счастье в том, что я к этим людям не принадлежу. Мне это не нужно. Ваш земляк Юрий Шевчук попытался выяснить свои отношения с попсой и с ее представителем Киркоровым посредством кулаков. А вы согласны с таким подходом к вопросу или нет? А вот вы лучше, Дима, мне объясните, что они выясняют. Я вот до сих пор я не могу понять, что они выясняют. Ну, Шевчук говорит, что Киркоров мерзкий, что он поет под фанеру, что попса – это вообще безобразие. И ему не нравится что, все. Что такое попса? Я боюсь, что если бы всю Россию и Украину в приказном порядке обязать
слушать Шевчука, было бы плохо, наверное. Потому что не все люди захотели бы его слушать. Или «Аквариум». Если бы всех обязать слушать «Аквариум» и только «Аквариум», наверное, это был бы страшный мир. Потому что огромному количеству людей хочется слушать то, что поют Киркоров, или то, что поет Алла, или то, что поет Нана, и в конце концов, прости меня, Господи, и Тату. Снова «Прости меня, Господи». Ну да, ну просто мне сложно говорить о том, чего я не знаю, поэтому прости меня, Господи, за то, что я говорю о том, чего я не знаю. И за то, что я не знаю, что они поют. Нет, за это прощать не надо, это мой личный выбор. Знаете, я предпочитаю слушать музыку интересную, стимулирующую мои эмоциональные и мозговые центры. Для большинства ваших поклонников, коих не счесть, вы, прежде всего, помимо всего прочего, вы еще и бунтарь. Все-таки рок – это музыка протеста. Я боюсь, что этой пошлой фразе мы обязаны журналистам советского периода. Я боюсь, что Битлз не знали, что они музыка протеста. И светлой памяти Элвис тоже не знал, что он музыка протеста. Ну, это точно. И что они тигр в гитаре, мы тоже никто не знал. Они не думали, они хотели заработать денег, и чтобы девушки их любили. И вообще, чтобы жизнь была хорошая. Еще получали удовольствие от этого. То, что они музыка протеста, они не знали. Тем не менее, для многих было просто шоком, когда вдруг у вас начались прилюдные дружеские отношения с Кремлем. Вам исполнилось 50 лет, вы отыграли шикарный концерт в Кремлевском дворце съездов. Вам дали орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Вас принял Грызлов, министр внутренних дел. О чем вы могли говорить вообще? Я прервусь пока. О чем вы могли говорить вы с министром внутренних дел? Так, ну, тут так много обвинений, что давайте их по порядку разложим. Давайте. Во-первых, когда вы рассказываете про то, что мы сыграли концерт в Кремле, концерт в Кремле – это такой же концерт, как все остальные, потому что Кремль – это торговая площадка, такая же, как клуб 16 тонн или какая-то еще, которая сдается в наем кому угодно. Абсолютно. Вот, поэтому концерт в Кремле может сыграть кто угодно. Но символично. Концерт в Кремле. Хорошо, для Стинга это символично? Или для там, Дэвида Бауи? Думаю, да. Или группы Максима Леонидова? Думаю, да. Стинг, нет? Приезжая к себе домой, говорит, в Кремле играл. Да нет, что вы. Ну, Кремль достаточно душная площадка, очень неудобная для зрителей. Вот, и... Название, магия, слово Кремль. Вы знаете, у меня нет такой магии. Я к Кремлю никогда не относился хорошо. И я считаю, что огромный позитивный сдвиг, что в Кремле появились люди, которые выросли на музыке «Аквариума». Я считаю, что это большой шаг вперед для России. И очень рад этому. А по поводу министра Грызлова, вы знаете, не то чтобы он меня принял, а он очень старался, очень искал со мной встречи в течение месяца. И вы пошли? Я пошел, для этого мне нужно было перейти улицу. Я пошел, выпил с ним кофе под взглядом 4 или 5 бдительных телекамер. Где он пригласил телекамеры. Ну, так в этом был весь смысл. Ему нужно было перед выборами показать, что вот у него есть такие знакомые. И он, более того, я считаю себя привилегированным. Мне министр, я не знаю, чего он министр, правда, просто я не в курсе. Но он мне в течение часа докладывал подробно о том, что происходит в России. Я думаю, что такой чести не каждый музыкант удостаивается. Я никогда не знал, что министр мне будет отчитываться. Плюс вышли без наручников, и то плюс от министра внутренних дел. Ну, мы же были в цивильном месте, мы были в гостинице. А зачем наручники? Я знаю, что вы дружны с заместителем главы администрации президента Путина Сурковым. Да. Я знаю, что он приглашает вас в гости, что вы общаетесь, что вы вместе с ним были инициатором собрание, не собрание, но встречи ведущих рок-звезд России. Как вы думаете, для чего он это делал, для чего вы в этом участвовали, и что такие разные люди, как вы, Земфира, Шнур, я не знаю, кто еще был там, на этой Шевчук наверняка был. Нет, Шевчука не было, был Бутусов, Сплин, Б2, Чайф, Шнур, Земфира. По-моему, все, не помню. Что вы могли там делать? По очень простой причине, поскольку, как я уже говорил, мне приятно, что в Кремле наконец появились люди, которые
любит аквариум. Сурков к ним относится? Да. То есть интересные темы, которые можно обсуждать. Одна из них – то, что по телевизору показывают все время, скажем так, кошмар, ужас, сериатину. Прости, Господи, опять-таки. Даже хуже. Вот. И положение с телевидением и радио в России ужасное. И чем дальше, тем хуже. Хотя в Америке похуже, мне кажется. Нет, в Америке, прошу прощения, существует альтернативное радио, существует общественное телевидение. То есть всегда можно включить там 40-й или какой-то канал, и будет что-то интересное. Public TV. Вот. А у нас в начальной стадии государственного капитализма все места используются как дойные коровы. То есть все, что идет в публику, это идет в публику идет только то, что, на чем можно сделать деньги. И поэтому радио и телевидение на уровне, прошу прощения, сортира. Вот. И меня это не устраивает. Я по этому поводу, видите, даже начал вести передачу на радио, потому что мне стало обидно, что огромное количество хорошей музыки никто, ни один живой человек не может услышать. Потому что этого никто никогда не будет передавать. Потому что передают только то, на чем делают деньги. Что в формате. Да. А формат – это то, на чем делаются деньги. Вот. И когда мы один раз с Владиславом это обсуждали, ну, не обсуждали, мы, то есть, мы сидели, пили вино и говорили о том, какой кошмар. Вот. И, а мне это было интересно. Я всегда считал, что если человек в Кремле, значит, он имеет власть. Да? И он мне объясняет, что я власти не имею, потому что я ничего не могу сделать. Он не может приказать кому-то что-то сделать. Потому что с него за это будут требовать каких-то благ, квот, там чего-то еще, что делать нельзя. Вот. И тогда, не помню, кто уже из большой компании задумался об идее, а что было бы, если бы телевидением и радио руководили вот не люди, которые делают деньги, а люди, которые по определению не делают денег, которые занимаются искусством. Тогда бы они начали делать деньги. Ну, я думаю, что это не так. Надеюсь, что это не так. Я думаю, что если люди занимаются искусством, значит, они выбрали не делать деньги, а заниматься искусством. Вот. И от этой идеи как раз и родилась. А что если... Потому что Слава говорит, что можно отгрызть какие-то куски, там, как телеканал «Культура», да, кажется, и там на радио на каком-то. То есть можно было бы. Ну и вот эта идея постепенно обросла подробностями. И всех, кто нам пришел в голову, мы пригласили о том, для того, чтобы сказать, вот я делаю это, вы тоже можете делать, ребята. Можно сделать наш эфир немножко лучше. Вот. А рокеры пришли, все так называемые, прошу прощения, рокеры. Хорошо оделись? Нет, нет, упаси Господь, слава Богу. Вот. И они поначалу долго, в течение часа кричали, что мы никуда не пойдем, мы ничего делать не будем. Мы презираем этот режим и так далее. Ну да, ну, как всегда. Потом, когда они немножко успокоились, и до них дошло, что собственно, предлагают, что никто им не предлагает немедленно рекламировать там какую-нибудь партию или что-то еще, а им предлагают просто заняться любимым делом, только на радио, на телевидении. Или, по крайней мере, ну, как-то попытаться это улучшить ситуацию. Кое-кто задумался, что о том, что да, на самом деле было бы, наверное, хорошо. А кое-кто начал просто откровенно просить денег за это сразу. За встречу? Ну, за такую идею. Ну, некоторые знакомые говорили, а сколько нам за это будут платить? Все. Ну, увы, это не тема. И выяснилось, что, короче, из собравшихся 8 или 9 человек, никто не горит желанием исправить ситуацию в эфире. Шнур хоть прилично себя вел на этой встрече? Замечательно. Он говорил, а что делать, если у меня... Вот я знаю молодую группу, которая с удовольствием проиграла бы по радио. С песней «Не учи отца». Будут ее крутить по радио? Сурков говорит, будут, хорошо. Но потом... Он не говорил, потом... Нет, Слава очень приличный, очень умный человек. Говорит, ну, хорошо, это можно сделать, чтобы... Но
Это, ты можешь взять такую передачу, можешь ее сделать. Ну, что он сказал, ну, я подумаю. Сказал. Раз так, сраженный этим аргументом, он сказал, что я подумаю. Это правда, что с вами, с деятелями искусства, со стороны Кремля был разговор, что если в России может произойти ситуация наподобие оранжевой революции в Украине, вы должны не вмешиваться в нее. Вы знаете, это... С этого вот эта легендарная историческая встреча так называемых рокеров и так называемого Кремля началась с того, что все музыканты пришли с криком «Мы не будем никого агитировать за па-па-па-па-па-па-па-па». И в глазах у них горел недоуменный огонек. Когда же нам предложат деньги? У некоторых, по крайней мере, за агитацию. Потому что понятно, что половина вышеперечисленных коллективов повинуясь своему менеджеру, могла принять участие в любой предвыборной кампании за кого угодно, лишь бы платили. И за большей частью из них это значится. Ну и осуждать нельзя их. Артисты. Знаете, ну мне кажется, что слово «артист» все-таки чуть-чуть лучше, чем мы считаем. Потому что мы так говорим «артисты», как будто это уже совсем последняя шваль. Которые без чести, без совести, которые за деньги сделают все, что угодно. Нет, я все-таки считаю, что слово «артист» чуть-чуть повыше. Нужно их повыше. Это пока ценить. Их не знаешь, чуть-чуть побольше. Знаете, это у вас уже цинизм, говорите. Нет, не все такие. Вы из Питера, и нынешний российский президент из Питера. Встречались ли вы с ними, связывает ли вас что-то, кроме общего города и общих, может быть, воспоминаний? Нет, я никогда не встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. А если встречался, то он был юн, и я был юн, и боюсь, что мы не заметили друг друга. Мы оба были юны. Да. Слава Богу, потому что он стал президентом. А то познакомился он со мной раньше. Мог бы не стать президентом. Из того, о чем мы сегодня говорили, я понимаю, что телевидение вы не жалуете. Современное российское телевидение. И, видимо, не смотрите. Это так? Но у меня телевизор не включен как телевизор на протяжении последних, думаю, что лет 10, потому что по-моему, смотреть современное телевидение унизительно для достоинства человека. Но хоть какие-то каналы, может быть, западные вы смотрите? Нет, когда кому-то из детей не лень пойти и заплатить за спутник, то обычно там National Geographic, по-моему, или какие-нибудь мультфильмы. Или Discovery, да? Или Discovery, но, по-моему, это уже полгода где-то всем лень. То есть телевизор стоит как часть как монитор. Мебельного гарнитура? Нет, мы в кино смотрим. Понятно. Вы читаете книжки сейчас? Ну, было бы с моей стороны преувеличением сказать, что я ничего не читаю. Но приходится иногда. Что вы читаете? Кого вы считаете сегодня современными классиками? Есть ли такие люди? Вы имеете в виду из русскоязычных? Да, из авторов русскоязычных. Ну, с моей точки зрения, есть два писателя, которые заслуживают самых высших похвал. Это, соответственно, Акунин и Пелевин, которые на самом деле что-то делают с русской прозой, что стоит с ней делать. Можно ли, больше я никого не знаю. Можно ли сравнивать их с Толстым, например? Я думаю, что у них совершенно разные задачи, поэтому сравнивать их бессмысленно. Потому что Лев Николаевич устанавливал порядок в русской прозе. И был... Хорошо сказали. Ну, так оно и было. Вот. И, в общем, почти, собственно, создавал саму поляну. Ясно. Да. И, ну, более или менее. Вот. А Пелевин и Акунин, безусловно, живут в современную эпоху, которая, ну, то, что мы называем, мягко говоря, постмодерном, когда их задача не столько создать новую поляну, сколь перекомпоновать элементы на старой поляне так, чтобы наша жизнь стала лучше. Я не знаю, может быть, вы издевались над журналистами, но я где-то читал, что вы сказали, что «Анну Каренину» вы не читали совсем. Я не читал «Анну Каренину». А «За войну и мир» вы начали было, взялись немножко, но увидели текст на французском языке и тоже отложили это занятие. Нет, потом я, к сожалению, все-таки, ну или к счастью, думаю, что до середины второго тома все-таки добрался. Может быть, я дочитал даже до конца, я не помню. Это было в классе типа около десятого, плюс-минус. Мне не очень нравится Лев Толстой. Для меня мне его стиль кажется тяжелым. И в этом смысле Соловьев меня может проклясть полностью, потому что он очень любит Толстого, а я к нему отношусь спокойно.
Может быть, придет время, когда я его перечитаю уже с новым осмыслением языка. Но пока мне и Достоевский, и Толстой, и Чехов кажутся очень тяжелыми и не очень нужными. У вас замечательная дочь Алиса, талантливая очень. Спасибо. Девочка, и это правда, говорят, что она долгое время ютилась где-то в коммуналке, пока вы не купили ей квартиру? Она никогда не ютилась в коммуналке, и я ей никогда не покупал квартиру. Так что... Как все было на самом деле? На самом деле она всегда жила в квартире со своей мамой. Вашей первой супругой? Да. Потом она переехала в Москву, и они сейчас с ее молодым человеком все-таки, кажется, купили квартиру. Вы помогали ей всю жизнь, пока она жила со своей мамой? Ну, как, не особенно, поскольку большую часть времени, мало того, что я с ними не жил, я еще отсутствовал просто физически в городе. Финансами помогали? В той степени, в которой мог. Это были ежемесячные какие-то вливания? Я, или... вот клянусь, не помню. Наверное, да, но по логике вещей должно было быть так. У вас есть с ней духовный контакт? Вот это нужно спрашивать ее. Я ее люблю. Она не обижается на вас за то, что вы не всегда могли уделить ей внимание? Думаю, что ребенок обязан на это обижаться. Думаю, что так она наверняка и была, но мне она никогда про это не говорила. Это правда, что свою вторую супругу вы увели у лучшего друга? И супруга все-таки, мне кажется, не скот. Увести ее нельзя. Я всегда признавал за женщиной право на самостоятельный выбор. И на то, что они тоже человеческие существа. Нет, было такое, что моя вторая жена была девушкой музыканта в группе. Потом она перешла ко мне, потом она перешла. Ушла дальше. Ваш друг на вас обиделся? Ну, суть потому, что мы продолжали с ним играть после этого еще, дай бог памяти, как минимум 10 лет. Наверное, не очень. Может быть, он был рад избавлению. Если к другому уходит невеста, да? То неизвестно, кому повезло. Сегодня уже в течение 20 лет, наверное, да, вы счастливы со своей третьей супругой. Она больше для вас друг, как вы считаете? Она единственный человек на Земле, который меня понимает, которую я понимаю, и который, ну, мы здесь составляем хорошее общество. Вы много времени провели в Тибете и в Индии. Вы с трепетом относитесь к буддизму. Что вам нравится без в буддизме? Без всякого трепета. Что вы? Я отношусь к нему очень хорошо. Но вы к трамваю относитесь с трепетом. Смотря к какому. Если к старому, то да. Ну, буддизм, конечно, старше любого трамвая. Но трепета он не вызывает. Это замечательное учение. Что вам там нравится в этом учении? Все. Вам нравится, например, что людей сжигают и развеивают прах? Или лучше, когда все-таки... Вы знаете, вас неправильно информировали. В буддизме не сжигают потому, по самой простой причине. В Тибете нет дров. У них туго с древесиной. Как же решают проблему? Знаете, ну, по-разному. В зависимости от ситуации. А скажите, что вам больше всего нравится в Тибете, в Индии? Ну, в Тибете, строго говоря, я никогда не был, потому что Тибет – это часть Китайской Народной Республики. В этом персона нон грата? Ну, я не уверен, что китайцы ко мне относятся слишком хорошо, поскольку слишком известно было одно время моя близкая связь с тибетцами, живущими вне Тибета. Думаю, что теперь китайцы уже давно ко мне относятся спокойно. Это у меня много, у нас с женой, скажем, много знакомых среди представителей тибетского буддизма, живущих в Непале и в Индии. Когда мы беседовали с космонавтом номер 4 СССР Павлом Поповичем, он сказал, что на его взгляд, по его мнению, инопланетяне существуют. У них есть на Земле 3 базы – в Андах, в Шамбале и в Восточно-Индийской впадине. И они периодически прилетают на Землю. Вы верите в то, что инопланетяне существуют? Вы знаете, этот вопрос меня интересует даже меньше, чем разведение кактусов в Южной Америке. Ну, я никак с инопланетянами не пересекаюсь. Вы не кажетесь... Если Попович говорит, значит, он... Он же специалист, он знает, что делать. Вы не кажетесь сами себе инопланетянином?
Но иногда, судя по этим штанам, что-то закрадывается, какие-то подозрения. Но обычно нет. У вас нет желания кардинально изменить свой имидж, я имею в виду, прежде всего, внешность? А у меня состричь бороду, например, состричь волосы на голове? Нет. А зачем? Вам не мешает борода? Нет, мне она нравится, она дает моим рукам какую-то работу. Работу. Я могу поглаживать бороду и выглядеть интеллигентным человеком. При этом? Да. Я, вы знаете, не хотел бы задавать вопросов, которые показались бы и мне, и вам банальными, но тем не менее, наверняка вы, может быть, задумаетесь о том, что впереди у аквариума и у вас лично. Как вы думаете, что? Вы знаете, я никогда об этом не задумывался, потому что думаю, что задумываться о том, что впереди могут только очень ленивые люди. А когда перед тобой вагон, который нужно разгрузить, ты не будешь задумываться о перспективах вагоностроения. Нужно взять и разгрузить вагон. Вот сегодня у нас концерт, поэтому сегодня я задумываюсь о том, буду задумываться, когда приеду на площадку, какие песни, в каком порядке нам играть. Потом будет завтра концерт. То же самое. Вот так день ото дня. Видит Бог, я не предупреждал вас об экспромте. Когда у нас в студии человек, который поет, сочиняет песни и может это изобразить, мы обязательно просим его что-нибудь экспромтом исполнить. Я тоже хочу попросить вас что-нибудь для телезрителей, хотя бы один куплет вашей песни. Вы знаете, мои песни, к сожалению, без гитары не исполнить. Поэтому, дорогие телезрители, будьте счастливы. Я благодарен вам за беседу. Вы знаете, все проходит, но я совершенно убежден, что звезда под названием Борис Гребенщиков никогда не исчезнет с этого звездного небосклона, и след, который вы оставили в душах у миллионов людей, он уже навсегда останется с ними. Слава Богу, поскольку это не я, это мои песни, я могу спокойно исчезать, а песни пусть живут. Песни хорошие. Спасибо. Спасибо вам. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була легенда російського року Борис Гребінщиков.